Для того, чтобы сохранить авторские права, мы публикуем лишь фото актеров из данного сериала. После того, как Ферхат целует Аслы, она получает очередной удар и посчитает, что она узнала еще одну сторону его лица, а Ферхат осознает, что рядом с Аслы выплыли наружу чувства, которые он подавлял на протяжении многих лет, и он на мгновение потерял контроль над собой, что очень ему сильно не понравилось. Аслы, не успев оправиться от шока из-за поцелуя с Ферхатом, сама того не желая, оказывается вовлеченной в тайну Гюльсюм и Йетер. А Йетер ищет способ, как вырвать данную проблему с корнем. Посмотреть очередную 6-ю серию вы сможете после 20 ноября.